the secret side of me. I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep, hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, it's deep or razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me, stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, here's something. I feel like a monster. Охуенный YouTube просто, бля. Мы такие, но эго одалась медиа. Sweet face, но no hits, mysteria. Look at the focus, сая, кама, джон, элия. Кам, таки, де, усу, цуки, на кими, ва. Тенсай, тенс, на айн, тон, сама. Oh.
誰かに愛されたことも誰かのことを愛したこともない、そんな私の嘘がいつか本当になること。いつかきっと全部手に入れる、私はそう欲張りなアイドルとしたい、ね、みんなのことちゃんと愛したいから、今日も嘘をつくの、この言葉がいつか本当になる日を願って、それでもまた君が君にだけは言えずにいたけど、да, ну и музычка, бляха-муха. А чё, типа, всё? А чё, у нас работать не будет, да, сегодня нормально? Понял. Ну, что я могу сказать? Хорошие сервисы, очень интересные. Здорово, Кирюха, здорово. Да, я, короче, честно проиграл твою очередь песен, которую ты вчера еще заказывал. Ладно, бог с ним, что YouTube стопил, типа, эти клипы, подгружал там, я не знаю, что с ним там творилось. Типа, это не у меня, ну, как оказалось, проблемы. Просто с произведением проблемы. Похуй, еще потом накидаю. Так нет, проблема не в том, что похуй, ну типа. Проблема в том, что я закинул в сервис свою, ну можно сказать, свой плейлист, да? Там просто на час с лишним просто заглушечка такая, специально, чтобы вот эту паузу, когда люди не заказывают песню, вот в эту паузу проигрывалась вот эта вот фигня. Короче, не работает. Я хуею просто. Так. Так и не починил, получается. Ну вот, ебусь. Ой, сейчас посмотрим. Прям на стриме. Так вот, это, короче... А чё на стриме там? Ага, это он последний клип воспроизвёл. А здесь в запросах его вообще нет. О, бля, мы и не думали. И ну чё-нибудь. Да нет, наверное, не надо. Ну-ка, подожди, о чём, блин, за хрень такая интересная. Да-да-да, и он уже играл просто, если что. Ну вот ссылка, блин. URL, адрес плейлиста YouTube на случай пустой очереди. Так. Вот она, долбёжка была, если чё. Хоть один сервис будет работать так, как это задумывал автор, блядь. Почему это всегда...
хуйня выходит по итогу. Да вот что, блин. Давай. Допустим. Вот это. Тихо. Тихо, не долби, пожалуйста, уши мне. Давай вот это. Допустим. Так вот. Сейф будет моих настроек ради всего святого, блин. Ой, блин, что это открылось? Нахуя ты это открыл? Запрос мультимедиа, господи. Ну и чё? Показать на стриме, допустим. И чё он там? А, до сих пор тот трек. А как он застрял там, блядь, что с ним случилось? Можно вопросик закинуть? Чё там произошло, блин? Ну, короче, это просто не работает. Я не знаю почему. Уголовку по просмотрам. Я его отключил. Именно поэтому ты мог заказывать эти песни. Я уверен, что там что-то могло и не пройти. Я его выключил просто, чтобы он не чекал эту информацию. Тут как бы эти галочки все есть. Но так как задумывалось, это ну, не работает абсолютно. Stream Elements это просто конченая платформа, я так тебе скажу. Именно поэтому я долго не хотел это все настраивать, потому что в итоге это нихуя не настраивается, блин. Бля, я, короче, что хочу сказать. Эту хуйню удаляю. Возвращаюсь все так, как было. Мне, блядь, свое время дорого, нахуй. Поэтому... Как бы... А, блин, 10 минут, господи. Сейф. Спасибо. Все, я буду это по старинке делать. Лариенс. Хуй его знает, кто они там. Мне не интересно даже. Короче, я буду просто свою ставить и все. И пофиг, плюс пофиг. Вот я изначально вшил вот эту свою ютубскую тему со своим плейлистом, со своего канала. И она у меня работает, как часы, блядь. Ничего там не лагает никогда, не, блядь. Ну, просто не ебусь, нахуй. А вот это вот заказы, вот этот параши, блядь, что нахуй вообще? Господи. Вот реально, нахуй мне нужна такая ёбка, блядь? Пиздец. Вот то, что ты не сам делаешь, всегда нихуя не работает, блядь. Максон больше не придет. Не, ну ты можешь заказать, но я это... Ну, типа, я вручную просто буду хуярить это. Нет. Мне это будет очень трудно делать, потому что нужно будет сворачиваться, блядь, заходить на этот сайт ебаный, блядь. Нажимать там кнопку ебучую.
подключать здесь у себя в OBS сцены кое-какие, виджеты, чтобы это красиво отображалось, блядь. Ну, то есть, как бы... У меня чисто заточено без вот этой стримлабовской хуйни, вот этой элемента, блин. Музыка была, которую я сам сделал, и все. Вот это вот заказ там, блядь. Кому он нафиг вообще нужен? Пу-пу-пу. Так, уйди из класса моих, толой. Я сейчас спрячу. Не видеть этот сайт. Ой, блин. Короче, пойду фазму. Вот. Там, если кто захочет, как говорится, сейчас коди кину. Пу-пу-пу. Так, чё мне? Категория. Хобби. Great. 4. Туда. Я, в принципе, и соло могу погонять. Это как бы... Разница особо. Tanglewood. Remove. О. Фотик мне еще вот сюда на базу. Так, это работает, это работает. А, ну вот Рита написала, что сейчас в игру зайдет. Ну все тогда. Так, давай тогда. Блин, там, короче, в Epic 7 пипец просто. Какая-то опять лютейшая раздача пошла. Там тебе дают карточку с этим, с кастомным набором каким-то этих конусов и героев. Ну, то есть две карты, получается. Ты там и там выбираешь награду, по сути. Пятизвездочные причем. То есть не просто четверки ссаные, которые там, блядь, михуё, так знаешь, с барского плеча на консту, нахуй. А там вот прям можно выбрать. Вот. Просто пипец. То есть, и... Ну, блин. Я вообще захожу на 5 секунд, и у меня все есть вообще всегда. Я в ахуе просто с этой мобилки. Блин, нереальное что-то, нахуй. Тем временем, нихуё. Выпускают области, ты такой, типа... Бля, нахуй вообще я сюда зашел. Так впадло что-то фармить, ивенты какие-то в Геншине, бля. Там зачищать локацию. Нахуй она надо, бля. Ужас какой. Куля-ля. Куля-ля. Ты в Дискорд сможешь зайти? Смогу, но без микрофона. Не, ну без микрофона хорошо, ну просто чтобы слышало, главное. Так-так-так. А еще кто пойдет? Ну, никто. Такой вариант устроит тебя. Не знаю, ну никто не пишет, ты идешь пока. Я вот тебя увидел просто.
Значит, останемся только ты, я и Пизрик. Угу. Нихуя выпускает, как и четверку за ивент. Да, да. Бля, нахуй еще вот хасеры, как и вот реально. Это кусок говна просто, блядь. Они же сделают опять залупу полную. Здорово, Санёк, здорово. Так, ну я щиток пойду в подвал включать. Это по старинке вот это вот с рацией своей любимой, которая... Давай там, выходи на связь, как говорится. Господи, разработчики нахуй, блядь, игры этой прекрасные, блядь. А можно нахуй, чтоб я курсор видел, когда с камерой, блядь, с этим хожу, блядь. Чё там, блядь? Не понял. Блядь, а может заглушить нахуй эти уведомления? Я ж заебусь. Так. Чё, у нас тут круга нет? Михаила круга, блядь, нет? Блин, сейчас, подожди, чё-то нос зачесался. Где тут свет включается? О, бля, нихуя. Включил этот, как его, кнопку, блядь, и машина начала пилить. Нормально. Он в этом, в гараже шалит. Здесь? Ты старый? Ты здесь? Ты близко? Чего ты хочешь? Ку-ку-ля-ля. Короче, на рацию он не хочет, он тут прям швыряется, он здесь. Да он здесь 100%, знаешь почему? Огонек, потому что. Огонек-то хорошо, кстати, вот косточка. Тут, скорее всего, придется аж две камеры ставить, но я не уверен. А есть еще, кстати, у тебя... Посветить там вот это вот. Не брала, да, ни с собой ничего? Сейчас возьму, я на входе кинула. Я обычно еще, знаешь, вот люблю этот брать. Сразу фингерпринты смотреть. Потому что бывает, что он вначале двери открывает, а потом уже никак. Отчепяточки, отчепяточки есть. А, ну окей. Ваньша ханту абаки. Ну, красный вен. В эпиках топ игру раздают. А я посмотрю потом, Санёк. Ты что, молодец, сказал А, говори Б. Да. У тебя название как будто что-то скажет, Кирилл, если он скажет. Да-да-да, сейчас возьму. Лапа у нас. Да и я пойду микрофон возьму, послушаю ваншу. Ладно, хотя она ж крутится всегда. А где-то лапу, кстати, нашла. На кухне, в этом она лежит в шкафчике. А, понял. Я думаю, да. Я что-то мельком смотрел в эпиках, там что-то игруха какая-то такая, не говорящая с собой по названию, поэтому я хз, честно говоря, что там.
А, так ты уже сфоткала? Тогда, в принципе, ладно. Что нам еще надо-то? Она, походу, переехала, слышишь? Да в смысле, блин, только сами-то приехали, что ли? Ну, она мне сейчас телефон вообще позвонила. Ну, она может, не, она достает до телефона, это, ну, это хуй. У нас такое было, что он на кухне триггерит телефон, хотя там в маленькой комнате, либо в гараже. Или где телефон был? Хуй его знает. Который на кухне висит, такой или не что? Не. Вот. Че он, значит, в этом, что ли? Какие он гостиной получается, или че? Походу, да, картину он пытался скинуть. Не получилось, хорошо повесили. Что-то тронул опять. Проверь на облаке. Дверь вот эту, наверное, в, как его, в подвал, который вот дергает. Нет, 5 пальчиков. Снял. Все-таки. Со второго раза сдернул. Ну ладно. Еще и ДС-шку надо одну, наверное, принести. Ну, по сути, там проверить-то только по темпе надо, где он находится. Так-то других вариантов-то нет. Не, я эту слушаю, больше микрофон, мало ли поорёт мне. Она редко, кстати, орёт этим своим криком. Да, тут температура растет, слышишь? А, да, на кухне. Красный вент опять был. Так, ну на кухне я тебе так скажу, что-то темпа тоже не это. Тепло. Это слышишь, это оно. Беги. Да, в мячик там поиграем. Покидай нам. Закончилось. Ну слушай, что-то как-то вариантов-то тут нет. Я думаю, что это банша. Уже столько раз потрогала дверь, нет 5 пальчиков. Ну, по факту, конечно. Но с другой, знаешь, стороны, как бы... Температура вообще пропала. Ой, началось, слышь, беги. Скорее всего, дотсы. Тут... такое. Да чпокнули? Понял. Жесть. Значит, она за тобой охотилась. Блин, ну дотсы должны быть для банши так-то. Чё-то... Изи. Просто, блин... Из гаража, походу, да, реально она уехала.
Ну, просто по температуре вообще хрен определишь. Блин, на Не, кухне слышь, тепло. она тут в гараже сейчас кошмарит двери. А. Кидается тут. Там вообще просто пропала, блин, на самом-то деле. Либо во время охоты мне как-то смотреть, поменяет она модельку или нет. Собака же у нас, да, переодевается. Скажи, вроде. Да, Собака. Бакин. Ну, мне почему-то кажется, что это банша, потому что она изначально в одной комнате начала, а потом как будто она как ко мне тэпнулась и сразу начала охоту из гаража. То есть она сделала Придумал взаимодействие со мной, здесь давай. и сразу охотиться начала. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, конечно. Может спрятаться, охоты подождать. Я посмотрю, переодевается она или нет. Потому что раз за охоту она обязательно должна это сделать. Ну, это точно не ханту. Она немедленная. Ну и температуры нигде нету такой низкой. Она подзатихла, слышь. Ты себе дойди сразу место, куда будешь уходить, нашел? Угу. Так я же таблетки выпил, конечно, я подзатихал. Он может 5 баксов сфоткать, трупак мой. Не тушит свечку, но походу не в гараже уже. Хотя, да, 5 градусов практически было в гараже. Очень странно. Мы не знаем, что это такое. Если мы знали, что это такое, блин. А чё, где дотс-то тогда, ёпт? О, вернулась. Про-про-провери это пальцы. У меня на трупе, по-моему, фонарик. Я не успею, но Он меня под сейчас, машиной. сейчас Успеешь, сожрет, успеешь. походу. Необычный. У тебя ж тут крест. Чё? Да, он не работает, ты что, прикалываешься? Сейчас пойду гляну дотс в машине. У нас же лежали Т2 кресты тогда, блин. В катке какой-то вчера. Вообще пофиг, плюс пофиг. Андрюк смаслили, блин. Это пипец какой-то. Блин, ну дотсы бы уже наверняка были, я даже хз, но там больше ставить-то особо-то места-то и нигде. Я тебе говорю, сядь в этот, в нычку, я посмотрю охоту, переоденется она или нет. Давай. Если не переоденется, то банша. Опять дверь кошмарит тут.
Можешь, конечно, отпечатки быстренько проверить. Она только что ее потрогала. Да я фургонщик. А, окей. Какая дверь, которая... В гараже вот эта. Та же, да? Да-да, она ее кошмарит. Ой, блядь, и как бы не сдохнуть. Обычные отпечатки были. Надо спрятаться нельзя, да? Понял. Да, ё-моё, почему тут всегда занято? О. Опять дверь дернула, а какую? Тут же в гараже. Да не-не, ну сколько вот реально можно? Ну типа, дал бы уже, наверное, свои отпечатки крутые. Я, короче, в шкафчик сел. Пусть этот охот начнется, тогда посмотрим. Хорошо. Там маленькая девочка. Я как бы из-за этого и сдохла, не смогла ее размансить на тачке. А чё маленькая девочка? Ну, ее плохо видно. Она еще и ползала. А по звуку что-то как-то я не сориентировалась. Я под машину просто проползла. Вот бы реально модельки на что-то влияли в этой игре, то как бы вообще ни на что не влияет практически. Там много таблеток выпил, да? 3. 80 согнался. О, начала. Что, какая-то, как будто... А, нет, или нет, не могу понять. Быстрая как будто, да? Чё-то... Да. А то как будто замедлилась. Угу. Вот, ускорилась. Ханту? Ну ты слышал, да? Она вот замедлилась, да, потом да. Ускорилась. По факту. Чё, блин? Только из-за температуры у нас ханту, по-моему, может так делать. Да. Ни абака, ни банши не может. А это не может быть мимик? Может. Радиоприемник для него нужен. Ультрафиолет и минусовая. Да не может. Не, у нас же как раз ультрафиолет и призрачный. А призрачный у него может быть фейковый. Ну да, а у нас спиритбокса-то нет. Он же не общался ни с кем. Ну давай, ладно, поставим ханту и поехали. Чё тут? Мусолить.
Блин, ну Ханту без минусовой, это, конечно, прикольно. Да-да-да. Что, причем вообще температура даже близко к нулю не было. Угу, по факту. В гараже последний раз, когда я смотрел, там больше пятерки было по градусам. И все, это, по-моему, даже минимум, который был за всю катку, блин. Ну, я когда в гараже стояла, я еще такая сказала, типа, она, наверное, переехала. У меня ну, там да, 10 да. градусов было. Да, да, она там поднималась еще, да, да, по факту. Ты все правильно сказал. Зато описание, видишь, призрака сработало, что он как бы ускорялся, замедлялся. Только так и определили, считай. Прикольно, но бесполезно. Далеко. Ты здесь. Ты близко. Хлопнул дверь где-то. Это я хлопнула. Понял. Ультрафиолет есть у тебя? Нет, нет, ультрафиолет. Просто не могу понять, где он конкретно ответил, потому что он... вот я в комнату стала заходить, и он ответил, а сейчас он чуть перестал. Ты здесь? Ты близко? Ты здесь? Ты тут? Ты молодой, ты рядом. Где ты? А, ну все, значит, в этом коридоре. Э, ну в коридоре это, конечно, ровно. Фонарей просто хожу, поэтому ты периодически включай рубильники. Окей.
Ну, типа эти, я имею в виду, лампочки хотя бы в комнатах. Блин, а как вот в это играть, если тут на лестнице нельзя включать нормальный свет, реально, блин. Пусть, блин, переделают выключатели. Чё за хуйня, блядь? Чё я должен... Почему я должен включать свет, спускаясь вниз? Мне, чтобы спуститься вниз, мне нужно кубарем покатиться, потому что я по-любому оступлюсь в темноте. Очень логика интересная. Планировочка домиков вот этих, блядь. Кстати, что-то свет покошмарил на кухне, короче. Я не удивлен. Сейчас охота может начаться у нас, рассудка нет вообще. Я, конечно, таблетки выпил одни. Не могу понять, то ли выключил свет, то ли включил. Включил. Он сам включил. У тебя ультрафиолет есть, да? Блин, пипец, я не знаю, что это. Да, это охота. Дал тут всё, бля. Ну, какой-то медленный был. О, посвети, он наступил на соль в этом. На входе в подвал. Ничего нет. Ну, хотя могли пропасть уже, наверное. Ёк-макарёк. В гараже прятаться, кстати, я посмотрел, так не особо безопасно. Идем таблеток выпьем, слышишь? Он нас заебет сейчас охотами, блин. Я только что это сейчас знаешь, что это не Мара. Ну да, по факту. У нас спиритбокс только ж, по идее. Пока что. Ты-то пей, пей, ты там вообще. Две точно выпей. Блин, дверь там неудачно открыта. Я вот закрыл ее, что он открыл сам, что ли? Сучка такая. Вторая есть еще камера, но, блин. Но огонька не было, когда я туда приходил, конечно. Он может попозже, конечно, появится еще. Надо второй дотс по-хорошему, конечно, поставить еще. Да надо что принести туда еще с собой, знаешь. Крест еще возьму. Но я надеюсь, что он просто не переехал еще за это время. Вот там градусник есть. А, он щиток выключил полностью. Так что... Что он такой? Блин, я щиток тогда пока включу. По-доброму.
тут он нахуй лопаты гребет, ебать, еще снег что ли выпал? Что есть предположение, что вот это его комната? Потому что... Да-да-да, тут пар изо рта. А, понял. Может быть, кстати, тоже. Сейчас быстренько, ну-ка. Камеру мы сюда воткнуть и умереть. Я написал, реально, слышишь? Но это не Диоген. И вряд ли Морой, слышишь, потому что... Хотя... Ну, блин, у вас просто тут много было. Да там любой бы атаковать начал, на самом деле. Ты в рацию не забывай говорить, я могу уйти просто. Слушай, ну отпечатка уже тоже где было вроде, или он больше ничего не трогал? А я вот что-то не видел, что он что-то трогал. Блин, ну тогда надо соли, по идее, принести еще. Комнату насыпать ему. Щиток вырубил. Крестик скушал. О, понял. Да, пора уже, у нас рассудка опять нет. Сейчас охота может начаться у тебя там. А не, он просто вырубил этот. Блин, ну надо сначала стригерить охоту, потом прийти насыпать соли. Или сейчас пойти, ну хуй знает. Тут успеть отпечатки просветить, конечно. Тут еще вот это вот нюансик, блин. О. А нет, это просто... Какой-то странный, короче, чел. Что, может, и Мара реально? Хотя, она включила вроде свет, да, сама? Вроде как да, потому что там тут в его комнате, может, там не включали свет, я там не трогала. Там был свет в его комнате. Блин, пойдем тогда на машину посмотрим, госторп еще раз проверим, и дотсы. Блин, вот эта вот тарелка, она откуда? С вот этого стола? Почему? Не знаю. А как? Значит, не смогла бы все залить. Пош полтер. Опа. Пошла жара. Бля, что-то этих нычек. Где они все? Нашел. Не, ну ты нормальный чел вообще. $2000 у них. Я лег тут на этот на столик. Слышь, это дух, скорее всего. Морой был бы быстрый очень.
Согласен. Вот это уебан какой-то, блядь. Как он меня нашел? Хуй его знает. Где? Я, блядь, сейчас, подожди, у меня разведка, нахуй. Где, блядь, нычки, нахуй? Я не понимаю, как в эту игру, блядь, играть? Почему, блядь, не в подвале? Тут может не быть нычек. Ни в гостиной нет нычек, нахуй. Мне что, блядь? Я этим столам не доверяю, блин. Я вокруг них бегал, помню, блядь, тоже как дурак себя чувствую. Охуенно, бля, охуенная нычка просто. Это чё? Напоминание кому-то, видимо. Здорово, Вань, привет. Жопу разрабам надрать. Ну, бля, реально, в этом нет, как его, в гараже. В этом маленьком помещении тоже нет. Даже стеллаж не поставили. Я хуя вообще. Одна нычка где-то там в жопе, в комнате, в жопе мира, блядь. Даже в гостиной нет нычки. Сделайте шкафы пошире, бля, ебать, чтоб я понимал, блядь, торчит у меня жопа или нет, блядь. Как мне это определять вообще, модельку свою, ебать? Или знаешь, как в Скайриме, вот этот глазик делают, да, там, в Обливине, вот этот ТСО, что тебя видно, не видно. Вот такую хуйню сделать и все. Чтоб я понимал, спрятался я или нет, блядь. Я ж что, Ванга, что ли, откуда я знаю это, нахуй? Нажимай тогда, поехали еще. Здорово, Сандро. Блядь, разработчики там, блядь, нахуй. Да пиздец, стрёмно. Что? Ну, ебать, охуенный этот спирит, блядь. У нас с тобой вообще не было этих рассудка. У нас низкий был, ну, типа, ходил как обычно, даже не ускоренно. Так он должен быть ускоренный, что пипец. Что за хуета? Вот такая вот хуета. Нравятся мне эти призраки, которые это... Нихуя по описанию не работает. До этой обновы, ну, я играла всегда на кошмаре. И я всегда вычисляла призрака по его особенностям. Особенностям, а как по-другому, ну, конечно. Постоянно. И никогда не было такого, что оно не работало. А тут, блин, какой-то морой, вы чё? Это уже не единичный случай. На моем веку этих неработающих призраков, еху, бля, и призраки, которые пародируют друг друга просто, еху. Там каждый второй, блядь, мимик, нахуй, если можно было поставить. Так что, чё тут удивляться? Сейчас я подойду туда, запускай пока. Неработающие призраки в этой игре? Это норма, как говорится. Пар в машине, мужики, чтобы вы понимали. До чего дожили? Пар изо рта в тачке. У нас что, блядь? В машине отсутствует обогреватель или что? Это... Вот это вот антураж, да? То есть вот это вот должно быть как-то, блядь, объяснено. Чё? Влететь в лобби, орать во время охоты. Блядь, ты и без охоты орёшь так-то. Разница небольшая, в принципе. Вот баг с освещением, вот это вот чё? Вот эти вот приходы, это вот типа, нормально, да, для этой игры, я смотрю. Я вам сейчас камеры покажу, охуеть. Вот. Тут. Охуенно тоже, да? Типа, у тебя блики появляются, мониторы исчезают. С кайфом. Ноль багов, да. Пиксы нахуй, каждую неделю. Вон Рита зашла и пропала, видели? Открыла дверь, а там просто пустота, нахуй. Охуенная игра. Пиздец, блядь. Курсор, который не видно никогда. Просто ты даже нажать не можешь ничего, пока камеру несешь.
О. Дай нам знак. Это я была. А, ты можешь менее крипово дверь открывать, пожалуйста? Походу, слышу, это комната, у меня здесь пар изо рта. Кухня. А. Ты здесь? Поговори с ним еще. Да, там огонек летает, кстати. Дай нам знак. Ты близко. Он свет сам включил мне тут. Mm. Ты здесь. Спасибо за свет, призрак. Ты выключи его. Блин. О, этот гостюент. Не говорит пока, да, ничего? Mm-mm. Я ему дверь открою на всякий случай. Чтоб он там покошмарил. Огонёчек был и всплыл, как обычно. Чё, может ты толчок, да? Может и толчок. Я в этот дом сейчас. Я в этот дом сейчас столько инструментов занесу. Ну, кухня. Ходит нифига. Хотя это, в принципе, уже и не нужно. Там интересные призраки. Печатков нет, если что. Набор призраков такой себе, конечно. О, дотсы были. Все, ТЕшка получается. Ну, видимо, да. А где дотсы были? На кухне, да? В толчке. А, в толчке. А, ну да, там и огонек, видимо, туда перелетел, это вижу. Реально флексит. Что у нас там, фотка и Escape from Tarkov. Блин, ну я не знаю, кстати, как. Ну, будем делать, не? Там можно сделать. Ну еще проклятый предмет не нашли, да? Еще пойду посмотрю. Ну, эскейп нужно с помощью благовония делать, ну что по-другому я хз как. Гайчики, да.
Image in the World, блин. А чё проклятый предмет в туалете не спавнится, да, у нас? А, я нашел, вот кукла на кровати лежит. Иногда звуки какие-то рандомные в квартире, я, блин. Надо благо взять пойти. Да-да-да, надо в любом случае. Сейчас кайф начал такой. А что у нас тут вообще есть? О, в подвале можно еще спрятаться. А нычек? А тут нычек насыпали? Просто да хуя. Ну там в подвале этот шкафчик, да? Или чё? Да. То есть на прошлой карте Лёха помирай, а вот на этой вот тебе 500 тысяч нычек. Походу она опять, слышь, переехала. Пара нет изо рта. Да он заебет. А, нет, дотс только что купили. А, вот появился. Может, слазит фонарик, а я не видела просто. Если что, я планирую успеть его сфоткать и убежать. Надо, наверное, там свет включить, чтобы было видно, куда идти. В темноте стоит, чтобы рассудок падал. Взял свет, не включил. Ну так. А вот бы он на кухне заспавнился. Хотя нет, это хуже для тебя. Ну хотя ты в сейве всегда. У меня ничего нет, кроме фотоаппарата. Блин, надеюсь, кстати, он замедленный будет. Прям. А он не замедляется, да, если стареет, ему пофиг. Ивент был. Yes. На единичку, правда, сводку, но. Все, теперь могу просто сейвировать. А, ну он сейчас тут может заспавниться, ёпер. Конечно, он оттуда, кстати, пришел. С этим с ивентом своим сраным. Ой, началось. Хорош, нифига ты. Наоборот, наверное, было клево. Он же из этой вышел комнаты, да, с пианино, которая. Да, он оттуда охоту начал, откуда-то.
задание выполнили и нафоткали тут. С кайфом прям. Че, поехали туда? Погнали. Ох уж эти охоты из других помещений, вообще пипец. Что-то, а что, я не помню. Или мне показалось. В прошлый раз еще. А ну вроде нет. Ладно. Так. Что ты, кстати, выспалась по итогу-то? Или вообще я пипец? Так поспала, плюс-минус. А, понял. Ну, тут больше, знаешь, из-за нерваков каких-то. О, да-да-да, я тоже услышал. Значит, там где-то, может, гаражик даже, кстати, какой-нибудь. Давай крест от греха подальше, как говорится. А чё крест-то? Подожди, дай мне вот эту вот аппаратуру, вот эту интересную. Как расставить инструменты за 5 секунд. Не спрашивайте, это нереально. Ты молодой. Чё, никак, да? Не хочет. Дядя, конечно, выдумали. Возьму десочку, можно одну туда воткнуть. Блокнот. Угу.
что еще у нас не было? Ой, пока все. А он двери не открывал, да? Ник... Ну, точнее, не трогал, может? Не трогал? Что он делал вообще? Я слышу только пианино. А почему пальцев нет на пианино? Ну, почему не продумали, а? Даже темпа низкая может быть. Что-то холодно, пипец. Ниже пятерки пока. О, прошел, по-моему, по этому подачу. Угу. А ты сфоткала, да, на записи? Так, интервью... А, кости еще надо найти. Так, ну ультрафиолет пока под вопросом, значит. Что, соли тогда надо рассыпать, чтобы прошелся. Что ему еще туда воткнуть-то? Котик взять. Лучше крест возьму. Давай, черт, погнал. Говорится, вот тебе горки. О, следов нет. О, дверь за дверь потрогал, слышишь? Ага. Блять. А, отпечатки есть, следов нет. Отпечатки есть? Да. Ну, видимо, какой-то процент есть, что следы появятся, как, в принципе, отпечатков. Ага. Ну и козел он, конечно. Ой, деска 5. Че мы сидим? Мюллинг это. Че он тебе не говорит ничего, этот-то? Казан. Не говорит. О, сказал. А, да. А че, отпечатки все? У нее есть еще. А че, не фоткаются-то? А их надо это, короче, зарядить фонариком, чтобы они остались. А я так и сделал. Что-то как-то не заряжаются они фонариком. У меня вообще-то в потолок светишь, если что. По рассинхрону. О. А вот так нормально все получилось. Нормально. Вот, понимаешь, вот, вот это вот в игре постоянно багуется. И вот это они не фиксят никогда просто. Вот, никогда. Ну, значит, поедем или подождем, пока крест покупит? KFC заказать, а там курочки нет. Очень надеюсь, что в субботу вернется. Понял, Вася, ну просто да. Просто мюллинг, будет его слышно. Если вдруг охотиться начнет. Он нам все равно надо спрятаться куда-нибудь, санить, снизить. А пойдем на этот второй этаж, наверное, я не знаю. Тут наверняка ж можно где-то в шкафчик. Понял, завались. И там тоже завались. А где не завались-то, пожалуйста, тут есть? О, пустой нашел. Я пойду за холодильником спрячусь. Никогда не подводи. Да? Ну, по крайней мере, еще ни разу такого не было, чтобы меня холодос подводил. Ну, хотя бы широкая у нее текстура. Тут просто не понимаешь, насколько, ну, торчит у тебя что-нибудь или нет. Тут за некоторыми шкафами торчит. Курочки хочу, терпи, Вася.
атаманом будешь. А чё к нам никто не заходит играть? Эй, люди, на стриме быстро зашли. Да вот те люди, которые на стриме, как раз и не могут зайти поиграть. Ну вот, блин. Хорошо, что я сижу в игре по звуку, а то твой канал бы уже 300 раз забанили. Пора возвращаться к стримам, я считаю. Ну тогда мой канал 300 раз забанят. Просто Никита играет и орёт. Понял. Ты же со мной всегда днём стримила. Осень на работе повысили. О, поздравляю, поздравляю. Хорош, Никитос вообще лучший. Старший программист. Жестко. А был до этого системный администратор. Нормально так скакнул. Неплохо. Ну, бывает такое, да. Ну, и ванну. Тоже неплохо, Вася. Курочку. То есть ванна, которая наполнена курицей, просто, знаешь, ты прыгаешь щучкой. Там соус, все, что хочешь. Купаешься в этом все. Что-то у нас санити как-то, знаешь, так падает. Ну, не спеша. Скрипя жопой. А, ну то есть ивент ты решила здесь сдать, да? А мне... О! Ну, в смысле, одна звездочка, ты чё? Пиздец, блин. Так сфоткал, четко прям стоит. О! Крест спалил. Хотите сфоткать, что ли, пока? Этот? А там нету этих уже слотов. Есть. А чё обманываешь-то? Сейчас меня сожрут, проверяй. Подожди, я же второй раз скушала. У нас еще один слот есть для чего-нибудь трупа. Кстати, знал, что такое багули? Ну, короче, если взять крест и облокотить его на стену, и когда призрак его скушает, первая фотка это будет взаимодействие, а вторая с этот сожженное распятие. А, понял. О, скушала крест. Ну, кстати, вот не знаю, где сейчас сработало, а то первый раз сработал в гараже крест. Хорошо, что я его туда поставил. Хотя, наверное, плохо. Может быть, уже охота бы началась. О, она, кстати, засчитала задание. Да, только сейчас выходить стрёмно. Не слышно ни хрена. Свет бы включить. Попробую, чтобы понять, когда выключат, что охота закончилась. А я вышел уже, тут идти-то 5 секунд. Ну что, как раз шифта хотела. Я хочу с Миллингом быть наедине. Понятно. То я вам все равно чувствовал Миллинг.
Ну, говорят, что мюллинги же по описанию должны в этот часто давать вот в этот в казан всякие звуки. А не морой? Не, вон мюллинг мо frequently make paranormal sounds. Игра на английском просто. Ну, всегда так было, сколько мы играли-то. Морой он другое делает. Ну, порой тебя проклинает. Ладно, поехали тогда, я так понимаю. Поехали. О, зажигалки появились. Теперь я курю, когда я не сброшу. Давай, Васян, давай. Я запомнил, что ты это сказал. Так, о, загрейдились. Да там эти вонялки-то заградить съем. Рук втором аж. Заебал. Начал как-то. А я держусь пока что. Я просто как-то колечек покурил. В Казани понял, что это классная вещь, но. Мне здесь его заправлять некогда. Вот. Да и в целом. Не хотелось бы здесь угли раскидывать. Поэтому я такой, нафиг оно как бы надо. Покупать вейп-штуку тоже не хочется. Что-то жаба душит. Что-то деньги тратить на это. Вот, а сишки это вообще еще дороже. Поэтому я такой что-то посмотрел и каждый раз отдергиваю себя. Я лучше другое куплю на эти деньги. Я лучше седой буду ходить весь, чем курить начну. Привет, Ань. О, господи, ферма. За что? Блин, у нас карты закончились. Ну, твои предложения. Пошли по кругу. Ненавижу ферму. Это сейчас тебя призраки по кругу пустят. Пускай лучшие фермы. Ладно, давай танголу туда. Сиги, дорогие, Колян, заебись. Ой, удар по моему сердцу. Ну вот. Там, в принципе, все как бы вредно. В иной степени. Душ включу, ванной какой-то. Дальний. Фонаря я не вижу этой долбанной фигни. Фига ты зажужжала. Я думал, бормашинку какую-то включили. Ой, блин. Сука, я думаю, призрак стали. Что, открыли уже менее шикальное снаряжение? Да, потихоньку качаемся. Черт.
это можно еще сразу проверить. Отпечатки есть. А я тут не оставлял ДС-ку, не. Спортом надо заниматься, Васин, спортом. Так, Firelight. Firelight. Это значит у нас Candle. Нынешний. ЭДС-ку давай сначала туда. Крест. А ты что, закрылась? Это он меня закрыл. А. Он полностью дверь закрыл. Это этот, что ли, как его? Хрен моржовый-то, который. Не-не-не, там ивент был. Во время ивента дверь бы закрывал. А. Юрелли, как он там закрывает, который постоянно? Мы особо и не знаем, где он сейчас на самом деле. Он в комнате, как думаешь, или все-таки в ванной? Он узнает, конечно. О, что-то он там телевизор включил или что? А, лампочку. Сейчас камеру кручу, доворачиваю обратно 360, а там труп Риты. Блин, ну и госторба с дотсами, что-то я вообще не вижу, ё-мо. Температура тоже не падает. Вообще ничего нет. Может, он переехал? Да нет, тут температура типа где-то градуса 3. Сейчас попробую еще в радио поговорить, конечно. Охота может начаться, кстати. Что сказал?
Просто ты так ушла странно как-то. Таблеток пожрать-то надо. Ну, давно надо так-то, пора. Как бы я думал, ты еще в прошлый раз съешь. Какое дело? Мне говорят, что курить категорически запрещено. Ой, на обследуешься там, блин, на всю жизнь. Он там свет включил сам, походу. Че, конечно, на Джина похож, как будто. Что-то у нас так, конечно, по уликам скромненько прям. У вас только отпечатки, да? Да. Найдут причины давления. Блин, так долго ищут, кстати. Это аж вообще пипец. Ты тут там-то сколько... Как бы до этого всего еще и обследовался. До армейки. Это наша медицина. Самая лучшая медицина в мире, блядь. Блядь, где этот курсор, нахуй? Там все еще, да? А у нас, нету. А у нас, товарищ, конечно, такой интересный, блин. Чем термометр еще воткнуть, что ли? А у нас минусовая. Да? Ты смотрела тут? Да. А, вот, я... сейчас смотрю минусовая. Мне новый принес минус тоже. 5. Ну все. Так, ну пока на джин очень похож. Десочка осталась только нам. Потому что что-то гострайтинг, мне кажется, бы он уже написал бы нам что-нибудь. Два книжки, ё-моё, как бы пора писать вообще-то. Give me a sign. Give us a sign. Подожди, где мне тут? Эй, дебил! Бля, ну, голос Дины всегда работает, хуй знает. Знаю, дески пока нет. Что у нас там по фоточкам вообще? Косточка, Таро, блин, класс. С кайфом. Набор туриста, блин, я бы даже так сказал. Что, терпим или едем? Чё, кого выбирать-то?
А Джина? Че, у нас вариантов-то немножко. Вон огонек летает. Да? Это может быть мимик. А мимик не пи... А, ну да, мимик реально не пишет. И оперный театр. Ну, что я могу сказать? Типа ханту, ну... Либо ханту, либо мимик. Угу. Могу на охоте послушать. А у меня спиритбокс нужен для мимика, не разве? Ну, ты же сам говоришь, можешь, нет. Еще хочешь, иди поговори, попробуй. Там лежит. Может там... тебе ответить. Там как раз 60 санит, еще мне он таких пистонов ставит. Я ебу куда прятаться, конечно, в этом доме, блядь. Не отвечаю до сих пор. Будешь пока раз пять скушать? Да можно. Блин. Я думал, охота началась. А ты там осталась вообще? Я испугался и, короче, не стала фоткать. За секунду до, так сказать. Чё в подвале-то? О. Какая-то приятная новость, блин. А в коридоре ты? Ну. Я просто думаю, сфоткать не может успеть ее. Ну, и, соответственно, пиздов получить успеть тоже. Можешь из шкафчика полить, дверь закроется или нет, чтобы я понимал. Ну, просто скажешь, если что, охота. Это ивент был. Ну все, я пошел прятаться тогда. Можешь не чекать, я, наверное, сфоткал. Ага, сфоткал. Схуёткал, блядь. Сука. Блядь, ну, начал, конечно, нахуй. Охоту здесь начнет, блядь, я охуею. Ну его нахуй, лучше к тебе тогда побегу. Ну давай, хватит двери открывать, блядь, давай уже показывайся. Show yourself. Приятного аппетита, Васян.
покушали. Ладно, фотку призрака. Блин, ну что-то я прям среагировал, знаешь, как этот. На Диком Западе. Прям жесткий вестерн, блядь. На курок нажал и пошел нахуй, как говорится. Он прям стоял такой там. Кстати, вот на фотке вообще-то видно, что он стоит. Козел. Козел. Вот тут вот кто придумал вот эту вот фигню, неработающую вечно, блядь. Ты ж поставила, да? Да. Сейчас узнаю, мимик или хантун. Ну, значит, не зря мы дрочили этот микрофон, дурацкий рацию. Так, я, наверное, последний пойду тогда отдыхать. Давай, хорошо. Здесь. Дай нам знак. Ты близко. Дыню надо поесть и трафик не потратить. Приятной каточки вам. Спасибо, Васян. Давай, давай, хорошо. Тут вот это можно, вот это сразу термометр закинуть. Я как будто что-то слышала, наверное, хорошо. Я когда-нибудь психану и просто датчики звука ебану, блядь, на весь дом. 4 штуки сразу, блядь. Он охуел. Инструменты принес. Хорош. Ну, герой, бля. Ёк, Макарёк, ну чё вот. Давай фонарь тогда уже, чё ли. Чё ли фонарь. Начальной комнате кружку швырнул. А тем, темпа, а чё там? Ничего я не вижу тут. Но кружка вот тут валяется. Не знаю, может быть, он ко мне просто тэпнулся. Ну так температура вот сейчас, я градусником чекну, что пока падает. О, дверка. Ну да, думаю, может быть, даже здесь.
Отпечатка. А, отпечаток есть. Я мы что-то тут строим, блин. Да, да, покидай мне тут еще. Чел. Можем сфоткать отпечатки, если хочешь. У меня фотоаппарат есть. Так, пониже еще, пожалуйста. Так, чуть повыше. Чуть пониже. Блин, пипец. Ну ты не попадаешь, к сожалению. Чуть пониже. О, подожди. Блин, чуть-чуть правее. Еще правее. Блин. Левее. Эта игра пиздец просто какая-то. Дай мне фотик, пожалуйста, я сейчас все сделаю. Да короче, рассинхрон дурацкий, блин, в этой игре я вообще не могу, блин. Блин, ты красиво, да, сфоткала, типа? У меня клевая фотка, да. Моя фотка, бля. Чё, фингерпринты, бля? Балдёж, бля, пиздец. Я вот про это и говорил. С кайфом. Да я верю, да. Так это ж тема, бля, уже древняя, блядь, она до сих пор. Давай выключим там электричество, посмотрим на камерах что-нибудь. Не хочешь? Блин, как будто бы дотсы были, честно говоря, как-то странно. То ли это пердёж летел? Может, облачко пара изо рта было? Кто это, Серега был, что ли? Я, по всей видимости, этот слетел. Виджет. Здорово, Серег. Спасибо за донат большое. Хоньки-хахоньки тебе все. Блин, а куда у меня виджет-то делся-то? Так. А, да, реально, что-то с ним плохо стало. Так, все, увидел твой донат. Спасибо. Шуточки, значит. Шутишь. Вот она ча. Я этот самый. За твои деньги собусь у Мниверса. Блин, это годовщина, конечно. Я когда зашел на канал, я такой, о, годовщина, а плюсы. Блин, 4 года компаньон, как будто только вчера. Че, ни одной улики у нас, правильно? Только отпечатки. А, ну да, точно. Что-то я вообще про них забыл. Блин, вот показался один раз этот, как его, дотса, и больше я не видел. Очень странно.
Ну, густорба прям нет. Прям густорба нет. Спиритбокса нет. Ты пробовал поговорить, да? Нет. А надо? О, ни хрена, там стаканчик, он швырнул на диванчик. Стаканчик на диванчик. Говорить, я не знаю. Может, со мной просто... Кто с тобой, Рита? А плюсы, шляпа. Реально шляпа, блин. Бля, что-то он какой-то подозрительный. Я начал с ним разговаривать, он как начал все швырять. Это же этот, может быть, как он там? Урод, который... Фантом вроде бы. Нет, не фантом. Если да, то это ёкай. А, ну он должен нам... Ну нас сидишь, ни Густорба, ни Спритбокс. У нас очепятки там ёкай не может быть. Угу. Ну, проверял, тройка была просто. Ну, тройка и до этого была, в принципе, как бы. В плане не сильно что-то поменялось. Ты таблетки решила все так же не пить, я понял тебя. Как же вы любите не пить таблетки? Так вот, Леша пойдет и умрет. У Леши 100 санити, и он умер. А у Риты 0 санити, и она не умерла. Ритике передай, скажи, что я очень соскучился, что она классная. Тебе от Сереги Матяшева привет. Я, он по тебе очень сильно соскучился, и ты очень классная. Тоже, тоже приветик, спасибо огромное. Слышал, Серег? Так. Что мы можем сделать? Только жопу подставить. Слышишь, наверное. Мне кажется, что это Гореша. Знаешь почему? Потому что он из комнаты вообще не уходит. О, пятерочка. Так, пятерочка. Не понял, блядь. Так. А, призрак это 3. Все правильно. Ну, вообще, да, на Горю похоже. И Дотс вот я когда увидел один раз, и все. Ну я вживую не видел. Плюс видишь, она еще на выходе кучку соли насыпала из комнаты. Она так ни разу не наступила. Угу. И в ту сторону не проходила по этим, по этому, господи, по датчикам. Я когда только с двери сняла, тогда она стала что-то по комнате бродить. Понял, окей. Репельнуть его и уйти. Что, будем жестко репелить его? Ой, не знаю. Может, на его шов. Поехали, да? Лениво. Да, давай попробуем, поставим Горёшу, посмотрим. Диоген бы уже бы нам точно бы наорал бы в радио. Это тема по классике. Я бы даже не удивился. А у нас, Серег, тут были уже сегодня катки такие. Принять от них можно было. Все, ты довольна? Да, хоть тут это сработало, слышишь? Из комнаты не ушла. Повезло, что комната еще в начале была. Да, по сути, да, там да. Проще это сделать было, его зажать в этой комнате. Ладненько, я пойду отдыхать и посмотрю тебя. Хорошо. Хорошо, понял, спасибо. Тебе огромное за, да, и тебе тоже спасибо. Так, ну пойдем тогда в Солешник сейчас на минималочках.
Топор взял, это есть. Ну, можно и поесть. У меня завтра последний день по заказу. Стрессу наемся с головой. Ну, главное, что последний день. Потом-то все нормально уже будет, надеюсь, правильно? А, гараж. Гараж нам надо. Что я с собой брать-то буду вообще? Вот это возьму, вот это и фонарь обычный. Да. Целый месяц для Чельнянской, чуть не помер. Представляю, Серег. Бля, я взял два предмета. Ну, конч просто невероятный. Просто невероятный конч. Как же я задолбался сам себя подставлять. Вы бы знали. Теперь как дурак с... Да ну его. Без фонаря пойду. Не сморой, офигела. Который не ускорился на ноль рассудка. А с этого с ханту. С нулевой температурой. Ну точнее с плюсовой температурой. Ты не офигела? Я вот с него еще офигел. Угостить-то нечем. Подожди. О. Ты решил мне все сразу эти дать, что ли? Ну-ка, дерни дверь. Понял. Ну ладно, как хочешь. Ладно, сфоткаю тут. О. Хорош. Хоть какая-то тебя... Блин. И тут ничего включает. Давай, пугалка, вылезай. Опа. У тебя градусник. Пу-пу-пу. Давай, пи, скажи пи. Так, напиши что-нибудь. Почти, кстати. Фига ты холодный, конечно. Этого и по охоте не узнать. Да, это... Морой, это, конечно, радость наша была. Невероятное. Так, дотсы были. Спиритбокса будто бы нет. А, ну и, конечно же, я не выключил там свет. Собственно говоря, зачем это делать? Угу. И камера-то, в принципе-то, не, я бы не сказал, что прям офигенно стоит. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Тут что? Понял, вещи чьи-то. О, тронул что-то. Ну-ка. А она этих, наверное, не оставляет никогда. Так. Что по ТМП? По ТМП все не очень, на самом-то деле. Если честно. Так, что еще могу сделать-то?
А, камеру хочу переставить. Так, ты тут. Хуйню бери. Дабы ее так разместить, дабы. Тут вариантов немножко. Мне все равно огонек только нужен, по сути. Косточку бы еще, конечно, поискать. Ты чё? Пугач какой-то попался мне, блин. О! Летает реально. Так. Угу. Ну, проще, конечно, не стало. Угу. О, летает. Да. Так, меня интересует ультрафиолет. Ну, тут пока непонятно. ДС-ка тоже. Да тут практически четыре улики, которые непонятны. Что у меня по санити еще есть? Так, ну санити есть. Дверь-то другую дерни. Что ты шкребешься тут? Да, топа, конечно. Блин, а у меня фотик все это время был. Чел. Ты долго будешь? Я не успеваю. Сколько? 4. Можно 5? Как он затрахал, блин. Я не успеваю реально фотографировать даже. Так, температура, иди в жопу. Я человек простой. Вот я чекаю. Нет, все, нахуй иди. Типа вот реально, сколько вот можно вот этой вот хуйню заниматься, знаешь, на пограничье. Там где-то ноль, где-то вот эти вот десятые доли. Ну, блин, это так времени много занимает. По 500 тысяч раз чекать одну улику. Вот отпечатки. Как бы дверь-то он не трогал, поэтому... Непонятно. Вот ЭДС-ка, например, да? ЭДС-ки как бы не было, как будто. Потому что тоже сколько можно, да? Опять свет включил. Чё, блин, любитель включать радио, что ли? Где ЭДС-ка? Радио. Кто это? Надо было книжку хоть поближе положить. Блин, когда уже ведут новый вид призрака? Вот козел назвать его? Вот, типа вот таких вот. Это будет первый, как бы, в игре призрак, который не будет ни одной улики давать. Я считаю, вот нужно вот такой, чтобы был всегда. Семьдесят, да, стало быть. Давай попробуем.
Я хз, что вот с такими, конечно, ребятами делать. Unreal Tournament какой-то. Блин, ты градусник возьмешь? Чудо. Да пиздец стрёмно. Эй, дебил. Блин, ну, Дина, чтоб я без неё делал? Чё там на фотографии? Красивый. Можно охоту начать. Попробовать послушать его. Так. У нас под вопросом три улики. Ну, чисто теоретически я, конечно, могу спрятаться где? Тут могу? Блин, ну это плохо, конечно. А тут, допустим. О. И я кину вот сюда вот фонарь. И как будто бы он должен ускориться, да, на этом фонаре. Смотрим. Ты жопа вонючая. Урод такой вообще. Я, кстати, лучше туда вот сяду. Вот это держать буду. Сейчас-то мы и узнаем, с кем мы имеем дело, как говорится. Косточку, кстати, искать не буду. Нафиг надо. Это кумер. 500 тысяч раз. Ради одной фотки. Давай, Санек, доброй ночи. Спасибо, что заглянул. Пока-пока. Тихо, 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 и вдруг. И чё он там? С ними всё в порядке? Уж санити-то не было никакого. Ладно. Эй, дебил! Обычно после этого саундборда что-то начинается. Ну...
шутник. Давай уже, дядь, ну чё мы? Ну, он просто взял в подвал, ушел. Ну, конечно, все интересно, но Райзю я так и не определил. По ощущениям, как будто бы Тае. Да? Как будто бы медленно какой-то был такой, знаешь, нехотя. Такой многострадалец какой-то он там. Ну, книжку-то я тут, конечно... Не определю. Да и добежать туда, честно говоря, будет проблематично. С другой стороны, я же все равно ничего не теряю, правильно? Кроме фотоаппарата, кстати. Фотоаппарат-то я потеряю. Так. Ну, давайте попробуем. Сейчас пробегусь. Или что? На шифте потом. Правильно? Че мне? Че, он дверь трогал? Он дотс опять фигачит. Так, ну, этих нет. Понял. Вроде не написал ничего, поэтому... Не знаю. Конечно. Чё это я взял? Даже не кроссовок. Топ-топ-топ. Обычный шаг. Ну. Да. Кост-райтинг можно вычеркивать. Банши, что ли? Может быть. Я, честно говоря, отпечатки ни разу так и не смог почекать. Он вроде как дверь трогал только что. Ну, не только что. Когда-то он потрогал, когда меня уже там не было. Так, ну тут вариантов немножко. Поехали. Если это на... Да пиздец, стрёмно. О, бля, мы и не думали. Спиритбокс, блять, да? Спиритбокс. Это Казахстан? Казахстан, да?
как мразь последний чекал, даже два раза этот спиритбокс. Сидел в темноте. Представляете, помещение там буквально 2 на 2, сидишь как дурак посреди. И эту фигню говоришь. В нашей игре багов нет. Радиоприемник работает как часы. Просто. Позвать его, типа. Там можно было? Если бы я знал, что это Йокай может быть вообще в целом. Спиритбокс я сразу вырубил. В начале игры, блин. Радио попшикать. Он глухой же. Ну... Он рядом с тобой это услышит. По описанию. Как же мне нравится эта игра, в которой не то чтобы описание призраков, в которой уже и улики не работают. Рации. Ну, рации попшикать. Ай, могу только... Могу только... Как взять с ноги ему. Уебать, как говорится, с разворота. Тринадцать минут и звездолету. Серег, чтоб ты понимал, у меня уже 2 дня назад желтые листья начали появляться на деревьях. Игра, можно, пожалуйста, чтобы улики работали? Ну, серьезно. Вот там от тюльпана. Пипец, Серег. В нашей игре багов нет, в нашей игре спиритбоксы работают. Вот это вот все. Так, что-то... Что-то я не то взял, походу. Ага, и ДС-ку уже выкинул. Ну ладно. Можно, пожалуйста, чтобы в соло-игре лучше все еще работало? В миллион раз. Пожалуйста. Это вчетвером можно улику любую перечекать 200 раз. Я один-то как это должен делать? Не игра, а гача какая-то реальная. Вот. Сидишь, ролишь, улики, блин. Да ё-моё. И прицел сделайте тоже нормальный. Сколько можно-то, его не видно нихера. Чё, какую трогал-то? Вот всё, смотрите, ребят. Видите, да? Тронул вот эту дверь. Кидает тут что-то. Вот я дверь чекнул, отпечатков нет. Что я делаю? Правильно. Все. Пошел нахуй. А что? Логично? Логично.
Био Спирит Бокс. Надо еще ДС-очку взять. Комната за телеком. Там комната есть какая-то? Я себе не знал. Так, беру Spirit Box. В темноте, в полнейшей, как еблан, сижу по центру комнаты, начинаю с ним разговаривать. Хорошо. Открываю дверь вот эту вонючую. Сижу как дурак в ванной. Хорошо, окей. Значит, ванная, скорее всего. Не факт, конечно, опять же. Так, это нам не надо. Что у меня там? Это дотсы, это градусник, это... Да, камеру-то делал, кстати говоря. А, я ее поставил, сейчас переставлю. Эту тебе херню сюда. Так. Как вот это увидеть? Нарния, понял. Так, спиритбокс есть. Ультрафиолет. Идешь в жопу. Смотрим. Либо госторп, либо дотсы, что-то должно быть или не быть. Что он там пишет, да? Хорош. Так. Написал. Легче, конечно, не стало, потому что у нас все еще как бы открытый вопрос остался. Похоже на... Так, навскидочку пока. Похоже на низкую температуру, кстати. Возможно. Тогда это морой, да? Что очень близко прям. Было холодно, невероятно. О! Пролетел госторб. Да. Так, если он написал, это значит не этот... Не мимик 100%. Мара. Станете параболик. Не интересует. Идешь нахуй, сразу говорю. Если сейчас не Мара, я не знаю, что. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Лучше стики, да, у нас, значит. Ну, давайте еще одну последнюю. Так, только подожди. Там не убери все. Зачем беру фотик, если ничего не фоткаю? Хороший вопрос, на самом деле.
что Рита уже все. Да, устала. Отдохнуть надо ей. Так. А что я беру? Значит, дотсы беру. Потом беру аппарат. И камеру. В качестве зрителя, yes. Так, идем сразу, если что. Вооружились ДС-очкой. Сюда Гэтс. Забегаем. Сразу ему щиток этот, который хуёво отодвигается. Баем тут ему все интересные вещи. И слушаем дядьку. Тут нету ничего. Посмотрим, может где-то холоднее. Так, что он там ползет вверх пока? Так, вот тут вверх поползла, да, значит. Пока что там пятерочка была. Хотя тут вот остановилась. Что у нас тут на кухне вообще творится? Угу. Ну, так пока непонятно ничего. О! Так. Дай-ка мне, где деск? А. Какая из них, интересно. О. Тут как будто. Нет, не тут. Тут тоже не тут. Тут, да? Угу. Мысли, да. Понял. Угу. Вот это, да? Ага. Так. Ага. Обычный отпечаток пока что. Значит, что у нас есть? Отпечаточек. Ультрафиолет. Гэтс. Так. Котик. Быстро, значит. Как электровеник. Разговариваем. Не говорит, значит, козел. Ставим камеру. ДС-ку, дневник ему туда сразу. Жизнь медом не казалась. От аппарат берем. Чатки еще есть? Еще есть. Най. А где он, блин? Не видно ничего теперь. Ну ты, конечно, хорош, а ты поближе-то можешь? Может, ну, кстати, и там. Я сфоткал вообще? Ага, конечно. 10 раз, блин, сфоткал. Как, блин...
Прощайте, ребят. Давай, Серег, доброй ночи тебе. Так. Я вам так скажу. Жопу эти отпечатки. Скорее всего, он даже не тут. Очень рано охоту начал. 67, Саня, только. Да он топит-то. Что, демон, что ли? Подвижки по прокачке есть. Ну, да. По чуть-чуть там что-то качается. Смотштики вторые он только что вкачал буквально. По-моему, зажигалку сегодня тоже вкачал. Ванной, наверное, козел такой. Либо вообще коридорный. Вот сейчас вообще непонятно так-то. Сейчас-то и непонятно, где он. Выгонить. Зуб даю. Даже если я умру, зуб даю, демон. Можно сказать, даже без улик. Если бы не эти отпечатки, вот прям реально. Чё тут думать-то? Ну реально. Ниже 60 еще не опустилось, ну по сути. О, блядь, ни хрена себе! Ну все, я доволен. Легкие 600. Welcome back. There's some jobs ready for you. Я как-то демон начал на сотке. Да это вообще жестко. Он же не привязан к рассудку. А, вообще, да? А я думал, у него этот какой-то там просто порог завышенный, и все. Ладно. Нормально поиграли. С кайфом. Чё, ребятки, пойду я отдыхать тоже. Завтра пятничка у нас, точнее уже, а нет, еще, а уже, да, уже пятничка. Так что я постараюсь начать пораньше стримас. Надо бы пойти нам поиграть в Mad Max и вернуться. Вот, потом, если ребята захотят, я, конечно же, предложу им Фазму. Надеюсь, мы все вчетвером зарубимся. Так. А на сегодня получается все. Спасибо, что приходите, смотрите. Спасибо, Серега, еще раз за донат. И увидимся с вами завтра. Спокойной ночи. Пока-пока.